Всем привет, дорогие друзья, с вами Строк 7 Субсидий, и сегодня я вам покажу, как призвать зомби-всадника на курице в Майнкрафт абсолютно без модов. Поехали! Итак, берем команду блок, ставим ее и вписываем такую команду, ссылку на которую я оставлю под видео, и активируем команду блок. У нас появляется вот такой вот всадник зомби на курице. Да, вот так вот он прикольно выглядит. Мимишно. Но на самом деле, ребят, если мы выйдем из креатива в геймод 0, то он нас будет атаковать. Да. Будет наносить нам урон в 2 сердечка, то есть 4 хп. И это, ребят, очень даже сильно для такого вот зомби, но дело в том, что, ребят, это маленький зомби на курице. Он в 2 раза быстрее двигается из-за этой курицы, паршивой курицы. Атакуем, короче, этого зомби, и мы его достаточно быстро убиваем. Убиваем и курицу, потому что она мне надоела. И теперь давайте попробуем еще раз. Да, еще раз хочу. И опять давайте убьем. Мы быстренько убили с алмазным мечом. Ну что ж, ребят, вот такая вот команда, небольшая команда, которая добавляет зомби-всадника в Майнкрафт абсолютно без модов. Также этого всадника вы наверняка когда-то видели, просто когда играли в Майнкрафт, то есть просто там что-то бегали по миру и ночью нашли его такого вот моба, нового всадника на курице. Хотя не нового, этот моб уже очень давно есть в Майнкрафте. Да. Ну что ж, ребят, на этом все. Такой вот зомби-всадник на курице Майнкрафта абсолютно без модов. Всем удачи, всем пока.